К труду всегда готовы. В прошлом пионеры и комсомольцы, сегодня наставники. Самарские общественники провели средник в центре города. Этой весной пионерское движение отмечает 100 лет со дня основания. Поэтому акцию по наведению чистоты приурочили к юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Это старт к столетию пионерии, когда вот те, кто работал с молодежью, вожатые, те, кто в комсомоле работал, с пионерией, они сегодня вышли, чтобы и самим вспомнить все это, ну и сегодняшним детям показать, вот так мы жили, вот так работали. У нас есть что передать и вдохновить ребят на помощь своему городу, области, стране. Ведь все, что мы делаем для того, чтобы людям лучше жилось. Для того, чтобы, ну, наверное, радостнее люди видели. Вот видите, мимо проходят сейчас люди и готовы присоединиться к нашему мероприятию. К уборке в сквере присоединились активные жители соседних домов. Вместе собирают прошлогоднюю листву, сухие ветки, накопившийся под снегом мусор. Помощь оказывает администрация Самарского района. Всех участников средника обеспечили необходимым инвентарем. Надо делать, чтобы вокруг нас было чисто, уютно, красиво. По-моему, это нормально. На подмогу старшему поколению пришла и молодежь, студенты педагогического вуза. Сразу после занятий взялись за метлы и грабли. Нужно помогать, потому что только старшее поколение здесь не должно трудиться. Нужно помогать, облагораживать места, памятники, скверы. Напомним, что присоединиться к уборке города могут все желающие. Впереди еще два средника и два масштабных субботника. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.